Этой новости все здесь ждали с нетерпением. В семье герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился второй ребенок. Девочка. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Поклонники королевской семьи в течение нескольких дней дежурили под больницей, чтобы не пропустить заветный момент и в день появления королевского отпрыска оказаться рядом. Пол будущего ребенка держался в тайне. Кстати, новорожденная крошка получила титул принцессы и отодвинула принца Гарри на 4-е место в списке претендентов на королевский престол. Я так рад. Было бы чудесно, если бы девочке дали имя Диана. Я без ума от счастья. Мне кажется, что принц Чарльз всегда мечтал о внучке. О том, как Кейт и Уильям решили назвать маленькую сестричку принца Джорджа, пока неизвестно. Так что фанаты продолжают делать ставки на тотализаторе. Теперь имя маленькой принцессы – главная интрига королевства. У Букингемского дворца дежурит группа поддержки. Поклонники не скрывают своей радости. Я очень рад. Надеюсь, малышка будет такой же красивой, как и ее мама. Здесь все буквально пронизано восторгом, ведь королевская семья – это часть культуры. Не спешат расходиться и поклонники у госпиталя Святой Марии. Теперь все ждут знакомства с крохой. Ведь совсем скоро эти двери распахнутся, и королевская чета представит миру свою новорожденную дочь.